27 апреля в хуторе Свободном прошло траурно-торжественное мероприятие, посвященное перезахоронению останков советских воинов на братской могиле. Память павших солдат почтили глава Северского района Адам Джарим, заместитель председателя Законодательного собрания края Сергей Алтухов, депутат Законодательного собрания края Сергей Орленко, глава Северского сельского поселения Андрей Дорошевский, а также жители хутора, казаки и общественность. Увековечить память о каждом погибшем в годы войны нужно прежде всего нам, ныне живущим, не видевшим войны. Самое малое, что мы можем сделать, это передать эту эстафету памяти своим детям. Сохранить память о тех, кто погиб ради мирного неба. Тогда связь поколений будет неразрывной, и никто никогда не возьмет в руки оружие, зная, какую цену заплатили наши деды, прадеды за мир. Слова благодарности за совершенный солдатами подвиг и чистое небо над головой выразили заместитель председателя Законодательного собрания края Сергей Алтухов и депутат Законодательного собрания края Сергей Орленко. Они сражались не ради славы, они сражались ради жизни. И наша святая обязанность каждый день помнить тот подвиг, который совершили наши солдаты, наши герои, все тех, кто... конечно же, подарил нам эту возможность жить сегодня. И сегодня мы отдаем последнюю дань памяти и уважения молодым ребятам, которые навсегда остались молодыми. До тех пор, пока мы помним о них, они будут всегда незримо с нами. Останки павших солдат нашли участники поисковой организации «Ламбина». Всего нашли 25 неизвестных воинов, погибших на территории Северского района. С каждым захоронением хочется верить, что больше их нет, брошенных, забытых. Но каждый год они появляются не в том, конечно, количестве, как раньше, но они еще лежат. И надо их всех предать земле, похоронить по-человечески, по-христиански. Память героев, отдавших жизнь за Родину и наше мирное будущее, почтили минутой молчания. После благочины Северского церковного округа настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского Иерей Максим Белов совершил панихиду по убитым воинам. И ныне и присно, и во веки веков. Останки 25 героев предали земле. В честь подвига погибших солдат военнослужащие войсковой части 23-094 дали залп из ружей, а почетные гости мероприятия и благодарные жители возложили к братской могиле цветы. После завершения торжественной церемонии захоронения возле братской могилы высадили сад памяти. Деревья, как и память о подвиге героев, останутся на земле на многие года.